В СБУ проверяют информацию о возможном похищении детей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Ранее в СМИ сообщили, что правоохранители получили анонимное письмо с требованием заплатить 350 тысяч долларов в качестве выкупа за 20 детей-заложников. Деньги перевести на счет в интернет-валюте, биткоин. Если выкуп не поступит до конца среды, обещают убить детей. В письме также перечислены имена и фамилии якобы 10 заложников. Правоохранители уже открыли 2 уголовных производства, рассматривают в том числе и версию мошенничества, поскольку, как удалось установить, все фамилии, указанные в письме, есть на сайте службы розыска детей. При этом 2 из них ранее уже нашли.